Орленке проходит фестиваль «Свет лучезарного ангела», участниками которого стали более 600 ребят из разных регионов страны. Так, 5 марта орлята вместе с педагогами организовали кинопросмотр короткометражного анимационного кино «Морошка» режиссеры Полины Минченок. Зрителями детской сказки стали ученики начальных классов Новомихайловской 35-й школы. Из фильма «Мальчишки и девчонки» узнали о том, как делать добрые дела. После просмотра школьники вместе с педагогами говорили о сути мультфильма, а те персонажи, которые запомнили юные зрители, изобразили в своих рисунках. Подобные просмотры пройдут до 17 марта. В нашем современном обществе дети становятся злыми даже в раннем возрасте, и это очень ужасно. Поэтому проект «Свет лучезарного ангела» в Орленке решил избавиться от этого и показывать детям веселые, хорошие и мудрые мультики, чтобы они находили сами смысл и сами становились добрее.